40 боевых кораблей, катера, подводные лодки, суда, обеспечение. Обход делает командующий Тихоокеанского флота Сергей Авакянц и губернатор Приморья Олег Кожемяка. День военно-морского флота в Приморье и Владивостоке празднуют не только военные моряки. Это один из любимых праздников всех жителей региона. Высшие государственные чины поздравили приморцев с палубы ракетного крейсера «Варяг». От всей души поздравляю вас с днем военно-морского флота. Для жителей Приморья этот праздник имеет особое значение. Жизнь многих из нас связана с морем, с профессией военного моряка. На флоте служили наши отцы, деды, сыновья, наши близкие и знакомые. Командующий флотом пожелал военным морякам 7 футов под килем и крепкого здоровья. Прозвучали слова благодарности ветеранам Тихоокеанского флота. В этот день и на море, и на суше гордо звучали такие важные слова, как патриотизм, мужество, верность. Тем временем в районе набережной спортивной гавани тысячи гражданских заполнили улицы, чтобы увидеть парад в честь праздника. День военно-морского флота во Владивостоке, как всегда, собрал огромное количество людей. Да, у многих есть атрибутика и праздничное настроение. Однако все немножечко омрачил туман. К нам уже человек 20 подошло, наверное, и спросило, что здесь происходит, потому что прямо за туманом в море, вот уже слышны, кстати, выстрелы, находится огромное количество кораблей военно-морского флота, но, к сожалению, пока мы их увидеть не можем, и не факт, что сможем еще в ближайшие пару часов. Зрелищное военно-морское шоу, к сожалению, довелось увидеть не всем. Пока в тумане грохотали выстрелы, съемочная группа 8-го побеседовала с теми, кто пришел отметить День ВМФ. Это гордость перед Родиной. Это праздник моряков, военных моряков в первую очередь. Судя по количеству людей, погода ничего не испортила. И если люди хотят праздника, они приходят. Не, погода вообще это не препятствие, потому что как бы у всех настроение праздничное. Как бы все видно. Вот, только единственное, вот, наверное, будет не видно то, что вот корабли, которые стоят в линии парада, как бы они старались. Как бы труд моряков, и его как бы плохо видно с берега. На сцене, стилизованной под палубы кораблей российского флота, артисты и музыканты ТОВ представили исторические эпизоды на тему кораблестроения при Петре Первом и учреждения им Андреевского военно-морского флага. А ведущие рассказывали зрителям об истории этого символа флота. На сцену вышел и сам Петр Первый, прибывший с акватории к берегу на Яле. Также зрителям показали эпизод боя крейсера «Рюрик» с японцами. Этот корабль героически погиб во время русско-японской войны. Сегодня весь Азиатско-Тихоокеанский регион и особенно Японское море становятся местом выяснения международных отношений не совсем дипломатическими методами. И потому не теряет актуальности знаменитая фраза императора Александра III: «У России есть только два союзника – ее армия и флот». Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на 8.